Ребята, добрый день. Мы с Малей вышли на улицу, а тут такая погода классная, заметель. Решили чуть-чуть показать вам нашу зиму. Наконец-то к нам пришла зима, ребятки. Смотрите, вон как. И метет вообще. Класс. Конечно, рановато для нашей местности. Валя. Валя, ку-ку, Валь. Валя уже приоделась по-зимнему. Да, по-зимнему, да? Хотели пойти в лес поснимать, не знаю. Люди вон с собачками там гуляют. Решили сходить в магазин сначала, а потом посмотрим. А вон дети санки тянут. Там у нас, там в лесу есть такая горка, что катаются, большая. Там всегда это много людей, это когда снег есть. Но сейчас не знаем, есть или нет. Машины стоят вон. Хозяева подгребали, наверное. Люди дорожки попротаптывали. В общем, мы как на севере сегодня. Целую ночь шел снег, и вот целый день с утра уже. Это у нас такого давно я не помню. Если будет до завтра так идти, то, наверное, и дороги все переметет. А вон какие деревья красивые, посмотрите. С утра были еще красивее. Сейчас уже послетал чуть-чуть снег. Даже листья не посыпались еще. Такая осень была теплая. Даже листья не посыпались. Какая красота, ребята, посмотрите. В какой мы красоте живем. Валя уже назад идет, да, Валя? Чем меня ждешь? Ну а на дороге так более и менее. Машины ездят. Посыпали, наверное, чуть-чуть. Ну, наверное, мало. Возле магазина тоже чуть-чуть прочистили. Но все равно снега очень много. Ребята ходили в магазин, купили колбасы, решили сделать это салат оливье. Вот как раз Валя сейчас режет его. Нарезает. Огурчики режет. Домашние. Там уже огурцы сами закрывали. Там еще морковку нарезали. Картошку нарезали. Картошку и морковку Валя печет в микроволновке. В пакет слаживает и в микроволновке. Яйца сварили на печке, в кастрюльке. Что ты там смеешься? Яйца на печке в кастрюльке привезти. Не, ну не в микроволновке, я имею в виду. Но мы тогда не будем ложить горошек зеленый. Не любим. И лук люди ложат или кладут, как правильно. Мы делаем без лука, не без горошка. Вот такие наши орхидейки полностью пораспускались уже. Ни одного бутончика не осталось. Может быть, вот тут начнет вырастать. Ребята, знатоки, может быть, кто знает, напишите. Вот на вот этой вот веточке будет вырастать или нет? Вот какие красавицы, смотрите. И вторая веточка, вот она, тоже полностью распустилась. Уже нету ни одного. Получается, там 5, а там 6. Тут бы тоже было 6 бы. И вторая вот она тоже почти. Ой, а вот этот нижний завял, глянь, да? Ну, не трону. Тоже он полностью распустилась. Здесь, наверное, у нас их штук 9, да? Вот одна маленькая распустилась. Еще один бутончик есть. А за окном, ребята, вьюга, вьюга, вьюга.
Я не знаю, что будет до завтра, если так будет вести. Ну, минус один сейчас. Показывает минус один. То будет мороз. Мы только с улицы пришли, так там метет так прилично. А сейчас еще сильнее начало мести. Смотри, Валь, как ли. Угу. Вообще позакидывает все. Да, ничего, попрочищает. Еще попрочищает все. Валя тем временем яички почистила уже. Вот так скоро салат наш будет готовый. Ребята, вот такой салатик получился у нас. Майонез Валя делала сама. Если кого интересует, там есть рецепт. Где-то там какое-то видео есть у нас. Вот такой вот получился.